Санкт-Петербург. Синий углу Рэки Укла, Куба Гавана. Куба толкается, судья. Толкается судья. Молодец! Он, наверное, ходить не умеет, да? Куба толкается! Нет, смотри! Судья на ринге, смотри, Куба толкает! И кусается! Локтями бьет, толкает. Судья, смотри повнимательнее. Вот так. Красному клубу продолжение боя готовится спортсмен с берегов реки Нева Дмитрий Пивов, Россия, Санкт-Петербург. 90-го года рождения. Двукратный победитель первенства Европы, двукратный победитель первенства мира 2006 года в Стамбуле, 2007 года в Баку. Провел 192 боя, 186 побед. Воспитанник заслуженного тренера России Николая Исаева и тренера Ирека Галина. Победитель первенства мира среди кадетов 2007 года.
провел 109 боев, 109 побед. Воспитанник тренера футбола. Дима, разорви дистанцию справа. Судья, толкайся, неужели не видишь? Третий раунд, толкайся, ты нас здесь не видишь. Судья, на рынке. Ништяк! Ничего, у него кость крепкая. Хрена он такой удар выдержал. Дима, сейчас форма, разорви. Не возись, не возись. Оттяни себя. Судья, оттяни себя. Куба. Пожёстче. Ну, между рук, ведь зашвырни туда. В натуре, что уговаривать, что ли? Молодец, Дима, отлично! Привет, Канада! Попал, блин. Не стал, видно, что ли? Еще раз! Борят с какими. Ложками толкается, судья! Миша, мы можем писать, ноги загрузили. Ну еще как, а? Локтями, судья! Судья, локтями бьет! Губа локтями бьет! Пойдем, Амара! Ништяк! Грудак это хорошо было. Локтями бьет! Убили с локтями бьет! Ты очко будешь снимать? Нет, блин, рефери! Слепой, что ли? Это договоренность. Бей! Жестко сразу! Толкается, судья! Судья! Предупреждение его! Очень хорошо! Очко снимай. Наконец! Да ура, наконец-то задолбал, блин. Бей жестко, слава. Вот так! Еще раз! Дима, всеки его! Дима, но! Хорошо! Дима, бью так его! Еще раз! Давай, давай! Что делаешь? Э, ты что? Справа сразу. А каждому сразу. Жестко. А, и замутру. Обоим сразу. Жестко. Хорошо. Молодец. И золотую медаль завоевал Дмитрий Иванов.